я, с меня корона не падает, я и в метро проеду, и в очереди постою. Когда вы были последний раз в метро? В метро был зимой, когда очередной раз перекрывали город. Ну, я ехал в центр. Так. А как вы в центр попадете без метро? Как это выглядело? То есть, чудно. Тихо спустились. У меня пенсионное удостоверение. Я с большим удовольствием, я кайфую, когда я его прикладываю. Хоть где-то я им пользуюсь. Потому как бы я очень это люблю. Тема автографов, там, вопросов. Ну, подходят там люди, иногда фотографируются, иногда автограф берут. Ну, какая разница? Это, с одной стороны, приятно, просто, с другой стороны, иногда неудобно, когда ты спешишь, и, ну, надо человеку ответить там или что-то. Mm-hmm. Вот.